Замораживание яйцеклеток – это удивительная технология для современных женщин, которая позволяет им отложить рождение своих собственных детей на более поздний срок. Чем занимается современная женщина? Она структурирует свою жизнь, она занимается бизнесом, она путешествует, она постоянно занята, постоянно в делах и в заботах. И рождение ребенка не всегда укладывается в эту жизнь. Но тогда, когда все сформировалось и когда есть желание родить ребенка, порой время уже упущено. Время упущено для ее яйцеклеток, время упущено для ее эмбрионов, потому что с возрастом они потеряли свое качество. Технология заморозки яйцеклеток все поменяла. Теперь молодая здоровая девушка, не планирующая иметь сейчас в ближайшей перспективе ребенка, идет к репродуктологу в клинику, проходит стимуляцию, получает свои яйцеклетки, замораживает и спокойно занимается своей жизнью. Тогда, когда придет время и она решит рожать детей, с помощью этих замороженных яйцеклеток она решит все свои вопросы. Она может к нам прийти в 40 лет, в 45 лет. И яйцеклетки, которые были сформированы в 25-30 лет, ее будут ждать. Это просто удивительные возможности, которые раньше у женщин отсутствовали.